Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня посмотрим игрушку «Танки X». Это многопользовательский экшен, в котором танки не ползущие груды металла, а стремительные боевые машины. Пристегните ремни и приготовьтесь получить ударную дозу адреналина, вот такое у нас описание в Steam. В основном положительные отзывы, игрушка вышла недавно, в апреле 2017 года. Ну что ж, давайте будем разбираться, что за игра, что она себя представляет. Она бесплатная, вы можете скачать ее в Steam бесплатно и наслаждаться данной игрушкой. Ну что же, здесь у нас есть... Здесь у нас есть гараж, здесь можно сменить себе пушку, поставить пушку по желанию, значит, здесь есть урон, дальность и скорострельность у каждой пушки, в общем, можно собрать свой собственный крутой танк, а также здесь есть и смена корпуса, корпус тоже можно менять, соответственно, различные... броня, скорость и мобильность здесь влияет вот на это. Можно купить, соответственно, все это денежки стоит. Ну, я так думаю, вот здесь есть кристаллы и вот еще какая-то хрень, короче. Это у нас получается, кристалл вроде как можно заработать, а вот красненькие значочки, их можно задонатить, в общем, как вам удобно. А может быть, как-то это можно обменять, не знаю, ребят, будем разбираться. Если вам игрушка понравится, то обязательно прям можете сейчас поставить лайк. Кстати, я специально сегодня купил, сегодня же праздник, ребята, 9 мая, я, ребят, всех поздравляю с этим праздником, с этим великим праздником. И сегодня как раз в честь этого я купил 10, вернее, мы сегодня купим 10 кейсов, мы откроем, День Победы называется. Здесь можно будет откопать разные окрасы, я так понял, да, а также можно поставить значочки на танк и вот такие вот замечательные вещи можно приобрести, если нам, конечно же, сегодня это все дело упадет. Но пока я, наверное, поезжу. Кстати, вот есть очень редкий Хантер День Победы. О, какие здесь окрасы. Викинг, Хорнет, Гром День Победы, Смоки День Победы какой-то и Рельсы День Победы. Здесь, кстати, есть снайперские какие-то вещи. Можно стрелять издалека, можно, типа, прокачать свой танк так, чтобы валить вблизи быстро. Можно сделать так, чтобы он был очень скорострельный. Ну что ж, я еще вообще в игру не играл. Я не знаю, что здесь да как, ребят, какие тонкости вы мне пишите в комментариях под этим видео. Давайте будем начинать играть. Мы сейчас прямо уже вступаем в игру. Я так понимаю, играть за Фронтир, наблюдать, пригласить. А здесь вроде как есть разные карты, что ли, я так думаю, да? Так, есть у нас карты разные. Вот, например, здесь 4 минуты. Что за песочница какая-то у нас называется карта? Может быть, здесь мы отыграемся. Почему-то здесь довольно долго как бы идет все это дело. Играть за Антей. За Антей. А, можно выбрать, кстати. Да, давайте играть за Антей. И мы сразу же поехали. Игровые эффекты управления в битве можно изменить в настройках игры. Что ж, я вообще в игрушку не играл, поэтому будем прям по ходу с вами разбираться. Я еще не знаю управление, какая здесь механика, какое здесь движение. В общем, надеюсь, будем по ходу. Так, управление танком вот так. Z и X башня. Огонь, пробел. Или мышкой все можно делать, да? Так, ладно. Погнали. Так. Кстати, модули еще можно. Модули 1, 2, 3, 4. Т, граффити. Самоуничтожение. Дилит. F1, помощь. Окей. Дополнительные функции. Так, ну поехали разбираться. Это у нас, наверное, пропадет обучение или нет? Оу, как-то не особо... Не особо это все удобно. Если вообще можно пробить. Да, по-моему, я одного слил. Еще одного, но... И второго, двойное убийство. Нифига меня поджарили, посмотрите, как я накалился. Я краснющий был. Ой, еще попали. Почти добили. Так, неплохо. Здесь очень много, видимо, различных карт. Так, взорвали. Они совсем оборзели, прям на нашу территорию залазят. У них какие-то огнеметы. А, здесь можно ремонтироваться, да? Попали. Еще попали. Ну же. Ах ты, меня прям затащили. Ну, посмотрите, какие они прокачанные. Естественно, они уже наверняка давно играют, а мы только что зашли, но, в принципе, неплохо. Мне нравится. Карты довольно небольшие. Здесь, если можно прокачать свой танк, это у нас что такое? Это можно у нас разбить. Ох ты, какая-то фишечка. Плюшечка, что это такое? Так, а может быть, модулем пользоваться? У меня какой-то есть один модуль. Тихо. Есть, снесли его. И этого чувака тоже надо бы.
Так. Вынесли второго, двойное убийство. Ну! Добей! Ах, двоих! Я, по-моему, троих даже затащил. Нет, а нет, мне помогли. Так, ладно. Неплохо. А это у нас что за однерочка, как используется? Здесь какие-то графики можно было поставить. Можно, кстати, было бы... Ух ты, в тыл кто-то к нам зашел. Нифига, никакие дерзкие-то, а? Отлично. Снесли. Так, окей. А мы еще, кстати, сегодня будем открывать эти кейсы, посмотрим, что нам с кейсов еще упадет. Очень бы хотелось бы глянуть. Так, по-моему, подранили. Добили. Так, нормально. Держимся, держимся. О, кейс падает. Ну давай, что здесь такое? Уничтожили. Уничтожили. Это у нас какая-то бронька, наверное, да? Так, я, по-моему, подлечился. Значит, такое ощущение. Так, управление довольно интересное, довольно простенько все здесь сделано. Но, тем не менее, все-таки нужно немножко привыкать. Так, разнесли. Что у нас тут команда? Как? Я еще на втором месте, ничего себе. Ну, это прикольно. О-о-о-о! Откуда ты взялся? Ну, развернись. Жесть. Жесть, он прям со спины откуда-то выехал. Я вообще не понял, что там случилось. Так, убрали. Одного помог. А у нас один тут раненый гоняет до сих пор. Нужно, наверное, как-то ему отремонтироваться, чтобы он был более... Во, вот это что такое? Это ремонт, да? Это ремонт. Попали. А здесь, что интересно, я вроде как просто автоматически сразу же попадаю. Отлично, двойное убийство у меня. Супер. Так, что это за музыка заиграла? Прям какая-то другая. Неужели мы выигрываем? Неужели мы затаскиваем, а? Да, победа! Твоя команда заработала 1393 кристалла. Продолжит нам сколько насыпят? 81. У нас прям перевес очень хороший. Так, мы сколько-то сейчас зарабатываем. Так, очков опыта. У нас практически первый уровень качнули. Мастерство, окей. Хорошо, так, итого мы почти второй уровень качнули. Давайте, ребята, откроем кейсы, контейнеры, вернее. У меня 10 их штук, я, наверное, могу приобрести. Покупаем 10 контейнеров прям вот. И сейчас посмотрим, что с них упадет. Каким образом это все будет открываться? Ох ты, как оно красивенько-то. Так, новый предмет, у нас урбан, окрас падает, отлично. Еще что? Так, открывается дальше. Новый предмет, кристалл. 1600 кристаллов нам сыпется. Ох ты. Отлично, это всего лишь два кейса. И уже, в принципе, кристальчиков довольно много. Новый предмет. Так, какой-то орден. Прекрасно. Я жду какой-нибудь... Во, новый предмет, золото. О, отлично. Теперь у нас есть новое замечательнейшее. Вау. Пушка еще есть. Шикарно. Корпус есть. Пушка есть. Золотая. Так. Еще один окрас нам падает. Ну, сейчас хоть мы немножко пододенемся. Хоть как-то будем выглядеть более-менее бодренько. И новый предмет. Это, по-моему, редкий предмет. День Победы падает нам сейчас. И кристаллов 1600 штук. Потрясающе. Так. Открываем еще. Осталось у нас... 1050 кристаллов нам прям насыпали с горочкой сегодня. И у нас остается два контейнера. И что же с них упадет? Родина, мать, новый предмет. Это, по-моему, окрас или граффити. Так, и... Что же будет еще? Еще новый предмет. Это тоже, по-моему, окрас. И на этом мы завершаем, да? Наше открытие 10 кейсов. Это было круто. Так, давайте посмотрим. А как бы мне сейчас посмотреть? Заходим в гараж, сменить пушку. Тут, по-моему, был какой-то окрас, да? Как-то он должен выглядеть. Краски, партизан. О, вот. Теперь, ну, у нас есть какой-то окрасик. Вот так вот. Можно вот так сделать. Чтобы у нас не так, наверное, заметно было. Ну, а также... Здесь, конечно, куча всего есть на самом деле. Синий можно выбрать, вообще прям яркий. Ну, не знаю, насколько это будет эффективно. Можно выбрать, каких только здесь реально красок-то нет. Тут уже пошли платные за 2000 кристаллов. Кстати, тоже можно бы приобрести, но тут они дорогущие прям совсем. Розовые? Нет, розовые мы брать не будем. А что тут еще? Нифига себе, здесь окрасов вообще тьма. Так, доступно в контейнерах. Некоторые окрасы только доступны в контейнерах. Ну, мы возьмем, например, вот, например,
такой зеленый. В принципе, смотрится неплохо. Так, граффити у нас какие? Граффити, Родина Мать, Герой. Во, наверное, вот это прикольно. Вот, вот так вот, наверное, да? Так, снаряды. Тут еще можно какие-то снаряды покупать, да? Снаряды тоже падают с контейнеров, я так понял, да? А что еще у нас есть? Допустим, гараж мы открываем и сменить корпус. У нас же выпал какой-то крутой корпус, как бы его сменить? А, наверное, окрас на корпус, да, нужно бы посмотреть. Допустим, сейчас... какие у нас есть? День Победы! Вот она, вот она, вот она, вот она. Этот у нас скины. Так, а здесь что? И, соответственно, вот такой вот окрасик можно забабахать. Вообще будет шикарненько смотреться. Так, и вот... А, установить это все надо нажать, да? Установить здесь. Я это, наверное, не устанавливаю, просто набираю. Так, окей. Так, установить здесь и скины, естественно... Вот так вот двойным щелчком мы все делаем. Так, все прекрасненько. Ну что, можно еще посмотреть какую-нибудь новую интересную карту. Давайте глянем, может быть, у нас пушку тоже можно как-то... Подождите, там же пушку можно было покрасить, я помню. Краски. Так, это у нас граффити. Это у нас здесь есть. Нам же выпала вроде как золотая пушка. Была, была такая. Где бы ее мне достать-то, а? Так, нет. Может быть, где-то внизу она у нас, а? Короче, где-то была золотая какая-то. Офигенская, очень красивая. Но я не знаю, здесь я найду или нет. Но она должна как-то у нас отображаться, наверное. Пока не вижу. Пока не вижу. Ребят, если вы увидели, например, напишите мне в комментариях. Может быть, я что-то из такого огромного выбора. Тут не все увидишь, конечно. Но тем не менее. Фух, ладно, погнали, погнали дальше, не будем останавливаться на этом, посмотрим. Так, пушки я пока оставлю, те же самые, и вперед, вперед, дорогие друзья. Посмотрим, тут посмотрите, сколько много интересных карт, каких здесь только нет. Так, какая-то есть темная, давайте посветлее что-нибудь возьмем. Вот, например, здесь мы не бились, да? А нет, анте, нет, здесь мы бились. Какое-то мастерство, что такое, что за игра? Одного человека ждут, и мы отправляемся сюда. Какой-то, наверное, интересный, может быть, новый режим здесь получается или нет. Фух, глянем. Что здесь нужно делать? Я, к сожалению, не успел прочитать. Торопились, чтобы прям оба, 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 оба. Ну ничего, я красный. Меня, конечно, видно издалека, но смотрите, какой он крутой. Реально, окрас очень модный. Очень модный. Так, здесь что такое? А, наверное, кажется, сам за себя, так понимаю, да? Оба снесли чувака. Тихо, 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 тихо. Еще попали? Но? Попали? Еще? Ай, зараза. Со спины добил. Так, уничтожайте всех. Уничтожайте всех. Вот такая вот задача интересная. Короче, сам каждый сам за себя. Да, вот смотрите, он как залез-то, он хорошо. Прям красавчик. Тут еще второй появился. Подожгли. Молодца. Так, попали. Еще одного сняли. Так, хорошо, прекрасненько. Главное, чтобы со спины они не появились. Тихо, болотце. Ох ты, ничего, ничего, что за хрень у него такая. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Есть, я убил его. Блин, мне нужно подлечиться срочно. Где здесь можно подлечиться? Здесь и болото, и здесь вообще прям... Карта, смотрю, насыщена. Мне нужна жизня какая-нибудь. Какая-нибудь жизня нужна срочно. Срочненько. Попали. Горит. Еще бей. Ну, попадай. Тройное убийство. Ух ты, я апнул следующий уровень. Это круто. Вам присвоено звание новобранец. Так, жизнью дайте мне, пожалуйста. Жизня! Ах ты, немножко не успели мы, но неплохо. В принципе, тройное убийство. Это уже хорошо. Вот гад, а. Забрал мой контейнер, а. Крутой. Попали. Какая здесь динамичная игра. Здесь очень... Очень все быстро происходит, я смотрю. Но это какой-то толстокожий попался у нас. Толстокожий гад. Окей, давай, 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 давай. Здесь же ребята есть суровые. Посмотрите, он замораживает там.
заморозкой обладает. Ух ты. Как это все... Как это все интересно. Так, 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 так. Кто-то со спины тут подъехал. А, я горю. Я горю, меня замораживает. Я горю одновременно. Представляете, что творится здесь? Попали. Двойное убийство. Я еще умудрился как-то оттуда уехать. Это что такое? Что это мы берем? Не успел доехать, не успел понять, что там такое. Видимо, ну, собственно, не, мы пока не в лидирующих местах, но тем не менее у нас было двойных, по-моему, одно или два. Ух ты! С двумя стволами, нифига, он жесткий. Так, уничтожили, я не знаю, это я или нет. Смотрите, замораживает. Это плохо! Ах! Слушай, как у меня заморозило, я почему-то загорелся при этом. Я же должен быть вообще замерзнуть. Зимний такой танчик. А вот этот, кстати, он обладает каким-то... Опа, 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 опа. Тут броня должна быть, а? Там должна быть броня. Слушайте, но броня не появляется. Либо ее сразу же берут быстренько, либо... То вон, сундук. Есть? Это что? Ай, зараза, подбили, пока мы брали. Подлетели тут же к нам. Ребятки, ну вот это замораживающего надо болеть. Он прямо жесткий товарищ. Прям всех замораживает, мерзавец. Не дает никому покоя вообще. По-моему, я его снес, нет? Или нет? О, контейнер падает сюда. Прям ко мне. Так, что это было сейчас? Что за музончик? Что за музончик? Давай, 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 давай. Время вышло, и что у нас получается? Фух, мы на восьмом месте. Кому-то, кстати, падает, наверное, сундук, я так понимаю. Ну, на самом деле, мы только что качнули второй уровень, поэтому мы новобранец. Я думаю, в принципе, мы неплохо. Даже троих подряд затащили, в принципе, неплохо. Я думаю, имеет смысл дальше развиваться. И, возможно, в будущем у нас еще осталось немножко денежек, чтобы открыть еще контейнеры. Ребят, если вам понравилась данная игра Танки X, то обязательно можете прямо сейчас поставить лайк этому видео. Давайте поддержим разработчиков, пускай они для нас создают новый интересный какой-то контент. И я надеюсь, что здесь будет появляться все больше танков, все больше карт и все больше возможностей. Собственно, пишите в комментариях ваши какие-то полезные советы по поводу данной игры. Ну, а я буду с вами прощаться, дорогие друзья. С вами был Родригес. Подписывайтесь на канал, если вы у нас впервые. Всем счастливо, поздравляю еще раз с праздничком. И всем пока-пока.